На стенде главного специалиста по мебели и стекла всея Италии компании FIAM центральная новинка – это диванная коллекция, которая называется «Condense». Зис Вебер, дизайнер этой коллекции, вдохновлялся изгибами стекла. И эта коллекция действительно в соответствии с названием представляет из себя эссенцию необходимого комфорта и необходимой формы. Очень здорово смотрится как в ноутбуке, так и в тканях и представляет из себя как отдельные предметы, диваны различной ширины, также и модульные композиции. Чудесно дополняется также новинками этого года, приставным столиком Stone от дуэта Минигела Паолелли. Удивительно, но в этом маленьком предмете сочетаются аж три материала. Металлическое основание, деревянная ножка и фирменное плавленное стекло от FIAM, а также журнальными столиками от Патрика Нурге, который называется Type. Type — это шрифт, и в дизайне основания столика мы видим архетип шрифтовых элементов. При этом столешница выполнена из двуслойного стекла и имеет толщину 2 сантиметра. В световом созвездии FIAM также пополнение в виде нового проекта подвесных ламп, который называется TAO, от японского специалиста Рёсуки Фукасады. Ну а на заднем плане система хранения из стекла, которая сочетает в себе как открытые полки, так и закрытые с откидными фасадами, это новинка прошлого сезона Remind по дизайну Симоне Бонани. В столовой главный герой — стол Вертиш по дизайну Эммануэля Галины, и он сопровождается стульями Lloyd от Studio Class. Над столом очень интересная композиция из новинок этого сезона — светильников Сипарио по дизайну Вупика. Сипарио означает занавес, и вы можете выбрать из нескольких предлагаемых размеров в зависимости от размера вашей обеденной сцены. И также мы здесь видим обновленную Echo Line от Марселя Вандерса. Обновление заключается в новом паттерне дверок. И они могут быть как бронзовые прозрачные, так и непрозрачные. Ну а над комодом мы видим уже классику дизайна от FIAM, классику от Филиппа Старка. Это зеркало кадра, которое получило также новую металлизированную отделку рамы. В этой гостиной один из моих любимых предметов — это двухместный daybed. Это все та же коллекция Condense от This Weber. Посередине столики новинка от Франчески Ланцавекки называется Halo. Причем могут быть как со столешницей из мрамора, так и из плавленного стекла. А структура в обоих случаях из бронзы. Франческа продолжает развитие коллекции, запущенной в прошлом году. Это зеркала Shift. И в этом сезоне мы видим очень большой шифт, ну то есть такой тектонический буквально-таки сдвиг, который ведет очень активный диалог с зеркалом Силика, придуманным Ариком Леви для юбилея, который компания FIAM отмечала в прошлом году. Упомянутые столики Type от Патрика Нарге могут быть в версиях повыше и также в виде приставного столика к дивану. А если вам понадобится более мобильное решение, то для вас подойдет приставной столик York от Yona Studio, который выполнен из гнутого стекла, это основная компетенция FIAM и имеет мраморное основание.